У тебя есть друзья? Нет. А как ты вообще представляешь, кто такой друг? Ну, это мой ребенок маленький. То есть ты считаешь, что друг это ребенок, да? Да. Ага. И пока у тебя не появится свой ребенок, друзей у тебя не будет, да? Да. Во сколько обычно дети появляются? В каком возрасте? Ну... У тебя когда ребенок появится? У меня есть ребенок. А сколько ему лет? Ему еще только один годик.